Большая часть прошедших диспансеризацию жителей республики признана врачами здоровой. Таковы данные регионального Минздрава. Так, полное обследование у врачей прошли около 70 тысяч жителей Мариэл. Это 77% от запланированного. У половины пациентов выявлен высокий риск развития сердечно-сосудистой патологии и хронические заболевания. Треть отнесены ко второй группе здоровья. Хронических заболеваний неинфекционного характера нет, но высок риск их развития. Так, по заболеваниям на первом месте болезни эндокринной системы, на втором – болезни системы кровообращения, на третьем – болезни мочеполовой системы. Среди главных факторов риска врачи отмечают нерациональное питание, повышенный уровень артериального давления, избыточную массу тела, низкую физическую активность, курение, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.